Всем привет! Ё-моё, опять работа, опять вот это все. Еду в лифте, и у нас, короче, 3 лифта в подъезде, и средний лифт сломан. Вчера вечером тоже был сломан. Надеюсь, что ты просто его не починили, а не кто-то застрял, потому что у меня есть такая боязнь, что когда я буду куда-то ехать, лифт сломается, и я опоздаю, что капец будет. Но мой не сломался. Иду на остановку. Я уже закончила работу, иду домой, счастливая, солнышко светит. Кстати, на солнце очень тепло, но утром было немножко прохладно, было холоднее, чем вчера, но вообще вот сейчас прям вообще прекрасно, тепло, солнце такое теплое, горячее. И знаете что? Я заметила, что у нас там, где я иду на работу, есть такая штучка, которая измеряет, сколько было велосипедистов проехало. Так вот, есть такая штучка, которая измеряет, сколько велосипедистов или там на скутерах этих своих проехали по дороге. И сегодня было не очень много, было 500 утром, 8 утра, 500 человек за 8 часов уже проехалось по этой дорожке. А вчера утром было 700, хотя обычно, когда было холодно, я ходила, было там, ну, 300 с мелочью, 200 с мелочью. То есть настолько больше, как тепло пришло, все на велики перешли. Короче, кайфово. Еще, кстати, очень часто обращаю, когда иду домой. Ну, как часто, всегда на вот этот дом. Смотрите, он такой старенький, но он реально ухоженный. Снизу, как бы, может, и не очень выглядит, да, там какие-то старые колонны, но сам дом, там жилой дом. Я видела, как там люди заходили и живут. Но вообще выглядит круто. О, кстати, вот так вот выглядит. 2032 велосипедиста сегодня проехало. Вот сейчас один проехал. Ой, отсвечивает. 2033. Поменялось число. Я иду, вот мне вот туда вот, на остановочку. Так много людей, капец. Все с работы. Окей, пришла я домой, по пути еще зашла в магазин. Наверное, я не говорила. В общем, пока шла, придумала, что мне нужно купить. И вот, по-быстрому зашла, все нужное взяла и сразу же вышла. Вот это мне нравится. Зашел, взял, ушел. Взяла я, значит, тут у нас большую упаковочку бедер курицы, потому что я утром, дурная головешка, забыла достать, размораживаться курицу и только на работе вспомнила о ней. Думаю, ну ладно. Взяла сейчас, чтобы долго не ждать, пока она там разморозится, не размораживать в воде горячей и так далее. Хлебушек. Естественно, закончился. Взяла мусорные пакетики. Молоко. У нас, наверное, там немножко есть, но оно уже на исходе. Кукурузу консервированную. Очень мне захотелось салата, который мы раньше очень часто делали. Ну, у нас так всегда. Моментами. То есть мы едим один салат, нам очень нравится, потом он начинает надоедать, мы едим другие салаты. И вот. Мне опять захотелось вот этот с кукурузой. Помидор, огурец. Кукуруза, мелко нарезанный лук, майонез и там приправа. Соль, перец, там укропчик и, короче, получается бомбезно, очень вкусно. И огурчики. Помидоры у нас тут еще, я смотрю, есть. А, тут даже еще половинка огурчика есть. Блин, два. Я думала, у нас больше помидоров. Миллиард пакетов каких-то. Ну ничего, нормально. Ну тут помидоры у нас такие прям крупные. Ну, на два салатика хватит. Если что, завтра можно будет зайти, докупить помидорчиков. И все, жду Никиту, он уже закончил работу, только почему-то мне не звонит. Я подозреваю, что он опять едет с кем-то вместе, и как-то неудобно сюсюкаться по телефону. Вот. Ну, ничего не написал. Написал, что едет домой, только он написал 17:10. Возможно, просто задержался на работе, хотя я не знаю почему. Он мне писал, что он все нормально. Утром, пока разгружался его водитель, он нашел сразу следующий рейс. И все окей. Не знаю, чем он там задержался. Может, к вечеру он уже успел доехать, этот водила разгрузиться, и поэтому Никита новый искал. Не знаю. В общем, все, я это сейчас тут расставляю по местам, иду быстро переодеваться и начинаю готовить, потому что я такая голодная. Я не знаю, почему я сегодня такая голодная. Я в 10 утра уже сидела, мне так есть хотелось. Я съела свой обед рабочий, то, что взяла на работу. Конфеток подточила и все. И под конец рабочего дня опять есть захотела. Пришла. Капец, как есть хочу. Поэтому буду готовить курочку запекать в духовочке вкусненько. Пюрешку делать, салатик и, короче... Красотища будет у нас. Праздник живота. Я соскучилась уже по пюрешке, по всему, даже по салатикам. Ну, в общем, ладно. Все, иду переодеваться и начинаю готовить.
Hello, бандит! Я пришел с работы. Так, кстати, сегодня классно на работе чувствовал. И так быстро день прошел, что вообще? Я не знаю, вот просто... Мне как бы с утра особо не было чем заняться. Потом где-то в обед было чем заняться, рейсы искал. Потом нашел. Водила приехал на точку, а там реф номер не совпадал. И там разбирались. Ну, блин, всегда, когда что-то происходит, там, знаешь, что загрузку надо найти, то какая-нибудь херня с рейсом, тогда вообще капец, время быстро очень летит. То есть, все, оно у меня как бы на работе и так достаточно быстро проходит, потому что, ну, не сказал бы я, что у меня какая-то там интересная работа, но нормальная, хорошая. И этот, а сегодня вообще прям мимолетно так, я так смотрю, время, оп, час остался всего работы, думаю, вот это класс. И вот, пришел домой, сегодня так вкусно покушали, так Кристина вкусно приготовила, вы себе не представляете, ребята. Чтоб вам так готовили, как Кристина готовит. Да? Ой, спасибо. Ну, вообще, да, вкусно получилось. Ну, балдею я просто, конечно, от такой жизни. Сейчас сяду стримить, поиграю в Fortnite. Вчера там Юлька писала, что когда она заходит на Twitch и нету нашего стрима, то ей грустно становится. Так мило. Как после такого не стримить вообще можно? Вообще не понимаю. Вот, короче, сажусь. Я буду играть. Ну вот, уже и пора ложиться спать, ребятки. Я постримил. Кристина делает ролик, кстати. Делает, но еще не доделала. Вот. Не знаю, скоро он выйдет, Кристина? Скоро. Вот. Уже, кстати, среда подошла к концу. Осталось всего лишь 2 дня работать и выходные. Ура! Так быстро, кстати, как-то дни начали у меня эти, не знаю. Вообще прям очень быстрые дни и всякое. Помнишь, как мы играли в прошлом сезоне Fortnite и так долго тянулся, так ждали нового сезона, а этот так быстро прошел, хотя он шел столько же времени. Не знаю, почему так. Говорят, с возрастом время быстрее начинает ощущаться, течь. Ощущение времени, как-то правильно сказать. Вот. Короче, идем спать. Сейчас, может, перед сном еще немножко посмотрю там Куплинова кого-нибудь. И все, отходим ко сну. Вот так вот, ребятушки. Короче, ставьте лайкосики, комменты пишите. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Ридорчик.